15 регионов, более 300 участников. Удмуртия в режиме телемоста присоединилась к федеральному проекту «Школа фермера». В Удмуртии в аграрный проект заявились 4 десятка человек. С приветствием к начинающим фермерам обратилась заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Лут. Мы со своей стороны, конечно, будем поддерживать направление движения «Школы фермера». Будем стабильно обеспечивать поддержку фермеров на территории нашей страны. Ну и, соответственно, очень надеемся, что 15 регионов когда-то станут 30 регионами. Дальше мы охватим всю страну фермерским движением по нашей школе. Пилотный проект «Школа фермера» уже реализовали 4 российских региона. В этом году к проекту подключились еще 15, а Удмуртия как раз в год села. Для обучения выбрали 2 перспективных для развития в регионе направления – ремесленное сыроделие и мясное скотоводство. Для нас это сейчас очень интересное направление, и мы считаем, что они перспективные достаточно. И Удмуртская республика здесь отличается своей активной позицией со стороны фермерских хозяйств. У нас очень много молодых, интересных фермеров со своими идеями, проектами, которые должны быть обязательно реализованы, в том числе с использованием данного инструмента. Школу фермера запустили в Удмуртии на базе сельхозакадемии. Будет и теория, и практика в онлайн и очных форматах. Обучать основам кооперации в аграрном бизнесе, эффективному продвижению и сбыту продукции будут преподаватели аграрного вуза и приглашенные эксперты. Конечно, в рамках семинаров, таких теоретических, и решения ситуационных задач мы будем справляться своими силами на базе академии, потому что и у академии есть свои площадки. Но, конечно, когда мы будем говорить об отраслевых задачах и кейсах, конечно, мы будем перемещаться на площадку ведущих наших работодателей. Всегда сложно самостоятельно, без чьей-то поддержки и помощи, прийти к какому-то хорошему результату. Поэтому вот эта учеба, она будет именно в помощь, потому что тут преподают именно практики. Обучение в школе фермера для студентов бесплатно. Это совместный проект экспертов высшей школы, банка и регионального минсельхоза. Курс рассчитан на 2 месяца. В конце аграрии получат дипломы о профессиональной переподготовке, а еще возможность работать и продвигать свое дело. Елена Обуховская, Василий Хохряков. Новости.